Страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца неработающим пенсионерам проиндексированы и увеличены. Прибавка составляет 3,7%, а это выше прогнозной инфляции. Размер фиксированной выплаты после индексации чуть меньше 5000 рублей в месяц. Средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров возрастает до 13 788 рублей. В феврале прогнозируется увеличение на 3,2% ежемесячных выплат федеральным льготникам. В апреле индексация социальных пенсий на 4%. В конце лета свое получат работающие пенсионеры. Страховая выплата будет скорректирована на сумму, которую за них перечислили в ПФР работодатели. В абсолютных числах увеличение, конечно, мизерное. Максимально, скажу, чуть больше 200 рублей. А так она у каждого индивидуально. Может быть, у кого-то несколько рублей, у некоторых 200, там 20 рублей.